товарищескому матчу «Комментарий товарищ». Приветствуют вас Георгий Черданцев и Константин Гильевич. И вот состав хозяев. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. На экране стартовый состав гостей. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Товарищескому матчу «Комментарий товарищ». Приветствуют вас Георгий Черданцев и Константин Гильевич. И вот состав хозяев. Тренер решил сделать ставку на атаку. Каждый из полузащитников представляет угрозу для ворот соперника. На экране стартовый состав гостей. Сегодня команда будет играть очень активно. Тренер предельно насытил середину поля атакующими игроками. Товарищескому матчу «Комментарий товарищ». Приветствуют вас Георгий Черданцев и Константин Гильевич. Товарищескому матчу «Комментарий товарищ». Приветствуют вас Георгий Черданцев и Константин Гильевич. Товарищескому матчу «Комментарий товарищ». Приветствуют вас Георгий Черданцев и Константин Гильевич. Первый удар по мячу, и игра началась. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Клозе. И у соперника теперь мяч. Райан Фредерикс. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Тему Пукки. Увидел открывание впереди.